Прочитайте первое послание Иоанна, вторую главу, 6 стих. Если вы открыли это место, скажите «Аминь». Хорошо, давайте прочтем шестой стих в переводе короля Иакова. Готовы? Читаем. «То говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал». Сильно сказано, правда? Кто из вас может сказать, что пребывает в нем? а теперь вы поднимите свои руки. Вы видели, что вы сделали сейчас? Вы сделали такой вид. Я не знаю ничего подобного. Я сказал, пребывает в нем. Кто из вас может сказать, что он пребывает в нем? Хорошо, теперь прочитаем шестой стих в расширенном переводе. Каждый, кто говорит, что пребывает в нем, должен, это его личный долг, поступать и вести себя точно так же, как поступал и вел себя он. Давайте я прочту в международном переводе. Каждый, кто заявляет, что живет в нем, должен поступать так, как поступал Иисус. Интересно, Писание говорит, что мы должны поступать как Иисус. Значит, мы можем вести себя так, как вел себя Иисус. Но каким образом? Через силу благодати. Единственный способ, как я могу поступать так, как поступал Иисус, через силу благодати, мне необходимо сказать. Господь, я верю, что через силу благодати я могу поступать так, как поступал Иисус. Я активирую свою веру в это. Это не отменяет ничего из того, что мы говорили раньше. Не отменяет тот факт, что ваш дух был сделан совершенным. Он зрелый, он запечатлен. Но, конечно, Бог вложил в вас свою ДНК. Не для того, чтобы она просто оставалась внутри вас, а вы жили в грехе и нечести. Цель прихода Иисуса. В том, чтобы показать вам, как использовать благодать. Благодаря тому, что Он пришел, нам стала доступна благодать Божья для того, чтобы жить так, как жил Иисус. Но вы не можете просто решить, хорошо, заставлю себя жить так, как жил Иисус. Нет, это должно происходить через благодать. Ни один человек не может принять славу за это. Только Бог сможет принять славу. Но для того, чтобы получить благодать и жить, как жил Иисус, вам понадобится активировать веру. Откройте вместе со мной вторую главу первого послания к фессалоникийцам. Пока все всем понятно. Я говорю достаточно медленно и спокойно, для того, чтобы вы поняли. Вам понятно все, что я сказал? Если бы я вызвал кого-то из вас сюда, вы смогли бы сказать еще раз то, что я только что вам сказал. Думаю, я сделаю это прямо сейчас. Вы уже yeah. там, некоторые из вас. Прочитаем первое послание к Фессалоникийцам, вторую главу, 10 стих. Мощное местописание. 10 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Я прочту с 10 по 12 стих в переводе короля Якова. Тут сказано, «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать». Подчеркните эти слова. Достойно Бога. Поступать достойно Бога, призвавшего в вас в свое царство и славу. Поступать достойно Бога. Достойно Бога. Поступать достойно Бога возможно. Поступать достойно Бога возможно для нас. И мы можем это делать силой благодати. Я могу поступать достойно Бога, потому что сила благодати доступна для меня. Вы пытаетесь быть достойным без благодати. А я уже достоин. Но апостол Павел говорит, поступайте достойно. Да, в моем духе я уже поступаю достойно. Апостол говорит, поступайте достойно. Он говорит, вывести то, кто вы есть в духе, в физическую сферу. Поступайте так. Если вы достойны внутри, поступайте достойно внешне. Если вы святы внутри, поступайте свято внешне. И как мне это делать? Силой благодати? Я даже не осмелюсь сделать что-то без понимания о том, что сила благодати стала доступной для меня. Бог не хочет, чтобы Его дети, которые названы праведниками, не имели силы побеждать свои грехи и слабости. Он не хочет, чтобы Его дети, носящие титул праведников, не имели способности. Подумайте об этом. Называться праведным и иметь способность побеждать грехи, слабости, которые улавливают их. Бог задумал спасение как полную триумфальную жизнь. Подумайте об этом. Иисус дал нам способность жить победоносной жизнью в этом мире и в будущем. Это обличило меня, я понял, что все, что Бог вложил в меня, Он вложил не для того, чтобы я был неудачником. Он сделал меня подобным Иисусу не для того, чтобы я был неудачником. Он вложил в меня свою природу, не для того, чтобы я, просыпаясь каждое утро, говорил, «Аллилуйя! Мой дух не будет участвовать, но вот моя плоть». Быть неудачником? Разве это Божья воля? Нет. Силой благодати Силой благодати я могу побеждать в повседневной жизни. Силой благодати. То религиозное поведение, о котором мы ранее говорили, что от него трудно избавиться. Силой благодати вы можете избавиться от религии. Силой благодати тайному греху в вашей жизни будет положен конец. Силой благодати изменятся ваши семейные отношения. Силой благодати вы будете любить друг друга больше. Почему? Потому что вы не зависите сами от себя или своей воли, чтобы сделать это. Вы теперь знаете о благодати Божьей, которая дает вам способность и силу делать то, в чем вы не были успешны раньше. Так что в какой бы сфере жизни вы не терпели неудачу, я хочу сказать вам сегодня, что благодать ⁇ это сила, благодаря которой вы перестанете жить в поражении. Аминь? Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Давайте рассмотрим кое-что. Опять-таки, это фраза о том, что благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Второе послание Петра, первая глава. И я продвинусь еще дальше. Вам понятно? Я хочу, чтобы вы говорили об этом. Скоро я поделюсь с вами кое о чем. Уверен, вы будете удивлены. Второе послание Петра, первая глава, третий стих. Прочтем это место еще раз. «Как от божественной силы, Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благостью». Как называется эта божественная сила? Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Это интересно, он говорит, «Я никогда не перестану напоминать вам о сём», или, как говорится в другом переводе, «приводить вам это на память». «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Вот снова. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия Всегда приводили это на память. Вы слышали это снова и снова. Помните, помните. Не упустите это. Не упустите это. Помните, помните, помните. Я хочу прочесть это место в другом переводе. Здесь говорится. У нас есть все необходимое для того, чтобы жить угождая Богу. Все это было дано нам силой самого Бога. Я все равно буду напоминать вам. На самом деле, я думаю, что должен постоянно напоминать вам, пока не покину это тело. Я стараюсь делать это как можно лучше, чтобы убедиться в том, что каждый из вас будет все это помнить после того, как я уйду. Видите, он сказал, не забывайте об этой силе, данной вам Богом, о благодати. Потому что если вы забудете о том, что любая победа достигается силой благодати, Тогда первое, что вы сделаете, начнете пытаться это делать сами. Вы попытаетесь прибегнуть к своим способностям, вы будете пытаться чего-то добиться через силу воли. Апостол говорит, я буду напоминать вам до тех пор, пока мой дух не покинет тело, о том, что божественная сила, которая дает вам способность угождать Богу и быть успешными, это благодать Божья. Благодать Божья. Благодать Божья. Несколько раз за сегодня мы говорили об угождении Богу. И я заметил, что некоторые из вас отвечали, ⁇ О да, аминь! ⁇ Вы хотите угождать Богу? ⁇ О да, да, аминь! Но я думаю, что иногда мы путаем любовь Божью с угождением Богу. Вот что я вам скажу. Мои дети... Они ничего не могут сделать для того, чтобы я любил их больше. В то же самое время они ничего не могут сделать для того, чтобы я любил их меньше. Но они ответственны. Они ответственны за то, как они угождают мне. Я могу любить вас и при этом быть вами недовольным. Не думаю, что вы слышите то, что я говорю. Понимаете, вы ничего не можете сделать для того, чтобы Бог любил вас больше. Вы ничего не можете сделать для того, чтобы Бог любил вас меньше. Но вы отвечаете за то, насколько вы угождаете Богу. Вы отвечаете за то, насколько вы угождаете Богу. И я думаю, что некоторые христиане упорно трудятся для того, чтобы побудить Бога любить их больше. И потом, промахиваясь мимо цели, они думают, что Бог любит их меньше. Вы должны понимать, что Бог есть любовь. Но наше угождение Богу не является безусловным, как его любовь. Любовь Бога к нам, безусловно, а наше угождение ему не, безусловно. Оно зависит от нашего поведения. У нас есть благодать, которая помогает нам вести себя угодно Богу. Следите за моей мыслью. Наше угождение Богу не, безусловно, в отличие от Его любви к нам. Поскольку наше угождение Богу основано на нашем поведении, Бог дал нам благодать, чтобы мы могли вести себя угодно Ему. Вы все понимаете, о чем я говорю? Давайте я покажу вам то, что потрясает меня уже 30 лет. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Иисус говорит что-то очень радикальное. Евангелие от Иоанна 17:23. На тот случай, если вы сомневаетесь в любви Бога к вам, которая безусловна, вы должны понимать, что безусловная любовь значит, что вы ничего не можете сделать, чтобы изменить ее. Но я думаю, мы путаем Божью любовь к нам с нашим угождением Ему. К примеру, я люблю своих детей. Они ничего не могут сделать для того, чтобы изменить мою любовь к ним. Но они отвечают за то, насколько я доволен ими. За это отвечают они. Это зависит от их поведения. И мы всегда подвергаем атаке любовь, когда ваше поведение не понравилось кому-то. Откройте Евангелие от Иоанна 17.23. Если вы открыли, скажите Аминь. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их как возлюбил меня». Что тут сказано? Отец любит нас так же, как Он любит Иисуса. Это мощно. Я никогда не подвергну сомнению Его любовь. Бог любит меня так же, как и Иисуса. О, да. Но я хочу угождать Ему так же, как это делал Иисус, Вы следите за ходом мысли. Угождение Богу должно быть нашей задачей. Угождение Богу должно быть нашей целью. Я хочу, чтобы вы исследовали это вместе со мной. Откройте пятую главу второго послания к коринфянам. Знаете, так легко поднять руки вверх и сказать, я хочу угождать Богу, но мы поднимаем руки в неведении, потому что не знаем, что требуется для угождения Ему. Кто-то скажет, надо ходить верой. Это хороший религиозный ответ. Это так, но знаете, я кое-что покажу вам о вере на следующем собрании. А может быть, и сегодня. Богу на самом деле угодно, когда вы ходите верой. Но почему Он хочет, чтобы вы ходили верой? Знаете, если вода течет мимо вашего нового дома, у вас не будет доступа к ней, если вы не подсоедините трубы. Вера ⁇ это труба. Благодать Божья была высвобождена. Но вера ⁇ это единственный путь, через который вы можете получить доступ к этой благодати. Так что если вы не действуете по вере, вы не сможете получить благодать. Ибо благодатью вы спасены через веру. Она должна прийти через веру. Все, что происходит по благодати, должно прийти через веру. Хорошо, смотрите. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 9 стих. Смотрите, что он говорит. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». В расширенном переводе говорится, «Поэтому дома ли мы, на земле в удалении от Него, или вне дома, и с Ним, мы постоянно стремимся и прилагаем серьезные усилия быть угодными Ему». Угождение Богу должно быть нашей целью. Прилагать усилия угодить Богу должно быть нашей целью. Посмотрите 10 стих. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Послушайте это место в расширенном переводе. «И всем нам должно явиться и быть исследованными, как мы есть перед судилищем Христова». Это судный день. И знаете, за все эти годы люди искали значение этого, с тем, чтобы каждый мог получить свою плату, соответственно тому, что он сделал в теле, доброе или злое, принимая во внимание, какой была его цель, и каким был мотив, и чего он достиг, чем занимался, совершению чего отдавал себя и свое внимание. Давайте ненадолго остановимся на этом. Приходит время, и я не хочу, чтобы у вас была путаница в этом вопросе. Я проясню этот вопрос, используя другие местописания. Суд Христов ⁇ это не то, где вы будете судимы за грехи. С вашими грехами Иисус уже разобрался. Это не тот суд, где будет определяться, пойдете вы на небеса или нет. Если вы родились свыше и приняли дар спасения, то вы пойдете на небеса. С грехами Бог уже разобрался. Но на небесах состоится суд относительно того, что вы, находясь в теле, делали с благодатью на вашей жизни. Там будут награды, и там будут потери, и это никогда не изменится. Решение останется неизменным. Все мы были посланы сюда для того, чтобы сделать работу, и Бог дал благодать на нашу жизнь. И вот поэтому парень, которому была дана благодать, был вахтером, не должен пытаться стать кем-то еще, потому что перед судилищем Христовым вы будете судимы за то, как использовали благодать на своей жизни, и вот что произойдет. Если вы откажетесь покориться этой благодати или цели, для которой вы были рождены, определенные награды, которые вы должны были бы иметь всю вечность, будут потеряны для вас. Ничего не будет пересмотрено и ничего не будет возвращено вам. Так что одно дело сделать то, что необходимо для того, чтобы попасть на небеса, но следующий вопрос — как вы будете там жить? Когда туда попадете? Вот об этом и идет речь. Это место Писания говорит о суде над тем, что вы делали, как вы потратили время, делая то, что вы делали, живя в теле с благодатью Божьей на вашей жизни. Кто-то думает, что все получат одни и те же награды. Мы просто появимся и получим одинаковые награды. О нет. Я не хочу жить всю вечность, говоря, надо было мне сделать вот это, а теперь приходится жить вот так, а мог бы и по-другому. Потому что в Библии сказано, что награды некоторых людей будут так велики, что они будут царствовать и править вместе с Христом. И потом посмотрите, что Бог сказал о Давиде. О Давиде, который совершил убийство и прелюбодеяние, но в книге Деяний написано, «Давид — человек по сердцу Божьему, потому что он исполнил волю Божью». Так что я скоро покажу вам, что Богу угодно исполнение Его воли для вашей жизни. Это угодно Богу. Вы можете быть духовным гигантом здесь, на земле, но если вы не исполните волю Божью, это окажется пустой тратой времени. Как это может быть угодно Богу, когда Бог поместил вас здесь для определенной цели, а вы так и не исполнили ее, или вас соблазнил мир, или вам была дана благодать что-то делать для Царства Божьего, но вы потратили всю свою жизнь, работая на мир, потому что не могли понять Божью систему. Я имею в виду, это дело серьезное. Я так счастлив и благословен тем, что открыл для себя волю Божью, для своей жизни что хожу в ней, но буду судим за то, как я это сделал. Я сделал все, что мог, чтобы это дело процветало. Или я шел играть в гольф? Знаете, в 2000 году я думал, ну что еще можно сделать? Но когда я был в перевернутой машине во время аварии, я услышал голос, который сказал, слишком много незаконченных дел. Я подумал, о чем ты говоришь, Господи? Это было почти 12 лет назад. И посмотрите на все, что произошло с 2000 года и до сих пор. Мне было страшно до смерти, когда Бог сказал, начни церковь в Нью-Йорке. Но я буду судим за свои действия и бездействия. Я буду судим за все, что я сделаю с благодатью, которая была дана мне. Я мог бы выйти из себя, как сделали многие проповедники, и сказать, «Ну что же, мы уходим с телевидения». Но Бог сказал мне оставаться на телевидении, использовать веру для того, чтобы получить благодать и оставаться. Благодать, чтобы партнеры и друзья, которые оплачивают программу, могли иметь благословение. Так что то, что я скоро покажу вам, как я надеюсь, укрепит в вас желание угождать Богу. Знаете, когда-то я думал так. Мне все эти награды и не понадобятся, раз я все равно буду на небесах. А теперь подумайте вот о чем. Вы проведете там всю вечность, и у вас могут быть хорошие награды, но вы будете просто где-то на небесах. Послушайте, я там никогда не был. Я уверен, что это прекрасное место, но раз есть награды, обещанные мне, я хочу иметь уверенность в том, что когда я предстану на суд Христов, я хочу удостоиться чести царствовать вместе с Ним всю вечность. Не потому, что я был совершенным в ваших глазах, но потому что я в совершенстве исполнил волю Божью для моей жизни. Не знаю, как для вас, но для меня все не так просто, что «я умру, пойду на небеса и буду восклицать Аллилуйя». Меня интересует, что будет, когда я попаду туда. Я не хочу, чтобы мне просто сказали «добро пожаловать на пир». Да, но если я не сделал определенных вещей, на суде Христовом может быть вынесен такой приговор. На этот пир ты не можешь войти. Сюда могут войти только эти люди. А я хочу попасть на все пиры. Я не хочу, чтобы мне отказывали в доступе. Но Библия говорит о наградах и потерях. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. 12 стих. Я прочту в расширенном переводе. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Это интересно. Золото, серебро, драгоценные камни символизируют то, что обладает вечной ценностью. Апостол говорит о том, что мы должны строить на том, что обладает вечной ценностью. Дерево, сено и солома символизируют то, что временно и не просуществует долго. Обратите внимание на то, что он говорит здесь. Строит ли кто на этом основании? Вам необходимо решить. Будете ли вы строить на вечном основании или вы будете строить на временном? Вам надо выбирать день за днем, выбирать час за часом, выбирать минуту за минутой. Вы можете строить свою жизнь или на вечном основании, или на временном, мирском, на том, что изменится и не просуществует долго. Я хочу строить свою жизнь на вечном. Я хочу строить свою жизнь на Слове Божьем. Я не хочу строить свою жизнь на модных течениях этого мира. Я не хочу строить свою жизнь на всяких изменчивых умствованиях, которые то приходят, то уходят. Сегодня они есть, завтра их нет. Нет. Может я и выгляжу старомодно, но в конечном итоге я построил свою жизнь на вечном основании, на том, что вечно, а не временно. И посмотрите 13 стих. В расширенном переводе говорится, Дело каждого человека станет прямо, открыто, известно, показано, как оно есть. Писание говорит не только о делах, на которые вам была дана благодать, но и о том, какой у вас был мотив, когда вы их делали. Каков ваш мотив, когда вы делаете то, что необходимо? Каков ваш мотив в проповеди Евангелия? Я всегда задаю себе такой вопрос. Когда я молюсь о местах, куда мне ехать проповедовать, я говорю, «Господь, я хочу быть уверенным, что я еду туда, куда Ты хочешь». Я хочу быть уверенным в том, что деньги не играют никакой роли в принятии решения. Мои мотивы должны быть чисты, потому что потом будет открыто, почему я поступил именно так. Писание говорит, «Оно будет открыто известно, показано, как оно есть». Господь, но ведь я всегда говорил о Тебе. Господь, я ведь сделал это, это и это, а Бог посмотрит на вас и скажет, ты все это делал для своих эгоистичных целей. Так что вы попытаетесь солгать ему, будете цитировать ему Писание, да? Ибо день Христов покажет и провозгласит, потому что в огне откроется, и огонь испытает, и критически оценит характер и ценность дела, сделанного каждым человеком. Огонь испытает и критически оценит характер и ценность дела, сделанного каждым человеком. Для от Иоанна, 1 глава, прочитаем 16 и 17 стихи. Если вы открыли это место, скажите «Аминь». Хорошо, давайте прочитаем 16 и 17 стихи вместе. Готовы? Читаем. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея». Благодать же и истина пришли через Иисуса Христа. Закон был дан Моисеем, так что когда пришел Моисей, пришел закон. Конечно, мы не живем законом, потому что закон — это то, что придает греху силу. Но вот что побудило меня на самом деле углубиться и учить на тему благодати. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Писание говорит, что когда появился Иисус, появились благодать и истина. Так что если я собираюсь учить вас истине, то это должна быть истина, которая приходит от благодати. Я не могу сказать, что учу вас истине, не уча благодати. Потому что благодать и истина приходят вместе. Писание говорит, что благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Так что нам необходимо потратить какое-то время на изучение благодати, потому что через понимание благодати вы познаете истину. Причина, почему религия смогла нанести ущерб, который она нанесла, в том, что мы не слышали всей истины, а благодати Божьей. Так что мы будем слушать послание о благодати Божьей. Слушайте истину о ней. Она существует, потому что пришел Иисус. Закон пришел через Моисея, но благодать и истина... Благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Таким образом, первостепенным приоритетом для нас стало понимание того, что через Иисуса Христа пришли благодать и истина. Теперь давайте откроем второе послание Петра, первую главу. Второе послание Петра, первая глава. В конечном итоге, где-то в этой серии, нам будет необходимо исследовать факт или разобраться с вопросом о рождении людей свыше. Люди, которые приняли спасение или произнесли молитву покаяния, они на самом деле спасены. Я покажу вам некоторые вещи, которые говорит религия против Писания. Для того, чтобы мы выяснили, что нам необходимо делать в этой жизни, давайте прочтем третий стих вместе. Готовы? Читаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Согласно этому месту Писания, Его Божественная Сила дала нам все потребное для жизни и благочестия, все, что нам необходимо. Нам дано выяснить, что такое Божественная Сила. Если вы оставите этот вопрос религии, то она даст вам 10 ответов. Что это за Божественная Сила, которая дала нам все эти вещи, потребные для жизни, потребные для благочестия? Все то, что у нас есть внутри нас, наше спасение. Что это за божественная сила? В расширенном переводе сказано, «Ибо его божественная сила даровала нам...» Заметьте, тут не говорится, что мы заработали это или что-то еще. Бог даровал нам свою силу. Все, что необходимо и требуется для жизни и благочестия через полное личное познание, призвавшего нас своей славой и превосходностью, благостью. И дальше я хочу прочесть это место в другом переводе, который называется современным, и в нем говорится, ⁇ У нас есть все необходимое для того, чтобы жить угождая Богу ⁇ Все это было дано нам силой самого Бога. Давайте я прочту еще раз. У нас есть все необходимое для того, чтобы жить угождая Богу. У нас есть все необходимое для того, чтобы жить, угождая Богу. Все это было дано нам силой самого Бога. Итак, я прочел вам это местописание в трех разных переводах. И теперь у вас должен возникнуть вопрос: что это за сила, которая чудесным образом была дана нам? Что это за сила, которая делает нас способными угождать Богу? Братья и сестры, я скажу вам и докажу это. Это сила, которая была дана нам, которая позволяет нам жить жизнью, угодной Богу. Это сила, которая была дана нам, чтобы мы могли иметь все, потребное для жизни и благочестия. Я скажу вам имя этой силы. Благодать. Благодать. Скажите еще раз. Благодать. Вы можете жить в ней сейчас. Как от благодати Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. А в современном переводе написано, у нас есть все необходимое для того, чтобы жить угождая Богу. Все это было дано нам по благодати. Итак, благодать ⁇ это сила. Это божественная сила. Раньше мы смотрели на благодать как на что, как на незаслуженное благоволение или незаслуженную любовь. Давайте откроем вторую главу послания к Ефесянам. Если вы начнете с кем-то говорить о благодати Божьей, то в понимании многих людей благодать — это что-то вроде страховки на случай пожара, на случай, если мы ошибемся, или же это прощение грехов. Но я сейчас хочу что-то показать вам. Послание к Ефесянам, 2 глава, давайте прочитаем 8 и 9 стихи. Я сначала прочту из версии короля Иакова. В 8 стихе сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас — Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». В расширенном переводе говорится, «Ибо данной даром благодатью, Божьим незаслуженным благоволением, вы спасены, избавлены от суда и сделаны причастниками Христова спасения через вашу веру». И это спасение не от вас, не от того, что вы делали, оно пришло не через ваши старания, но это дар Бога не от дел, не благодаря исполнению требований закона, чтобы никто не хвалился, это не результат того, что кто-то мог бы сделать. Так что никто не может этим гордиться или приписывать славу себе. В большинстве церквей нам знакома эта часть благодати. По незаслуженному благоволению Божьему, по своей любви Бог простил нас. По незаслуженной благодати и по своей любви Бог дал нам спасение как дар. Мы все знакомы с этим, но я хочу изучить это слово «благодать». И давайте посмотрим, какое определение этого слова дает словарь греческого языка «стронга». В словаре греческого языка «стронга» говорится о силе благодати или «харис». Х-А-Р-И-С. Что значит «сила благодати»? Словарь дает такое определение. Благодать ⁇ это божественное влияние на сердце и ее отражение в жизни. Вот так словарь определяет благодать. Это божественное влияние на сердце. Из занятий, которые прошли на прошлой неделе, мы узнали о влиянии, которое благодать оказала на наше сердце, то есть на наш дух. Вы знаете, что мы приняли рождение свыше, и Бог вложил в наш дух могущество. Он вложил туда исцеление, он вложил туда все потребное для жизни, он вложил туда духовные благословения. Таким образом, словарь дает правильное определение. Это божественное влияние на ваш дух или ваше сердце. Но есть еще и другая часть. Благодать должна отражаться в нашей жизни. Мы должны ее видеть. Давайте рассмотрим этот вопрос, потому что он интересен. Благодать имеет свойство отражаться согласно своему определению. Что это значит? Это значит, что ее можно увидеть. Раз она отражается, то ее можно увидеть. Она видна в жизни верующего. Итак, вот первый момент, который я хочу, чтобы вы увидели. Благодать. Мы говорим о другой ее стороне. Благодать это не только незаслуженное благоволение, которое проявляется в любви и прощении, но благодать отражается, и ее можно увидеть в жизни верующего. Благодать это сила. Благодать отражается. Ее можно увидеть. Это сила, это способность, и ее можно увидеть в жизни верующего. На самом деле, давайте посмотрим вот на что. Пусть вам это покажет Писание. Книга Деяний, 11 глава. И когда откроете 11 главу книги Деяний, прочитайте 22 стих. Благодать можно увидеть. Ее можно увидеть в жизни верующего. Это не только чудесные вещи, которые Бог дал вам даром. Дошел слух о Сем до церкви иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, подчеркните эти слова, он пришел и смог увидеть благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Теперь посмотрите, что говорится в расширенном переводе. Когда он прибыл и увидел, какую благодать, какое благоволение Бог изливал на них, она отражается, он смог увидеть благодать, которую Бог изливал на них. Теперь я прочту то же самое местописание в Новом Живом Переводе. И то, что сказано в Новом Живом Переводе, просто потрясающе. Тут сказано, когда он прибыл туда, он увидел доказательства. Слава Богу! Он увидел доказательства. Так что благодать можно увидеть в жизни верующего. Есть доказательства тому, что благодать существует в жизни верующего. Вот что говорит о благодати энциклопедия библейских слов Зондерван. В ней сказано «благодать». Это динамичная сила, которая делает больше, чем только влияет на наше положение перед Богом, наделяя нас праведностью. Тут говорится, благодать влияет также и на наш опыт. Характерное свойство благодати — это действие Бога, дающее нам способность побеждать нашу беспомощность. Это определение, несомненно, подтверждается Писанием. Здесь говорится о том, что благодать даст вам способность делать то, чего вы не могли делать до того, как начали пребывать в ней. Благодать поможет вам достичь успеха там, где вы терпели поражение. Благодать поможет вам не смотреть порнографию. Благодать поможет вам перестать материться. Благодать поможет вам избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Благодать даст вам способность делать то, что вы не способны были делать. Но если у вас недостаток знаний о силе благодати, то из вас знает, что вера не будет работать до тех пор, пока вы не узнаете волю Божью. Так что в изучении этого вопроса я показал вам, что благодать можно увидеть. Потому что когда люди приходят и видят, как вы преодолеваете вещи, которые не могли преодолевать раньше, они видят в вас действия благодати, дающие вам сверхъестественные способности. Благодать наделяет способностью. Она делает вас способными делать то, что вы не могли делать раньше. Откройте 12 главу послания к Евреям, и вы увидите это в Писании. Я думаю, что раз в библейском словаре что-то утверждается, этому есть подтверждение в Писании. Вы знаете, что Библия подтверждает саму себя, если вы правильно истолковываете истину. Послание к Евреям, 12 -я глава. Я не могу сегодня сказать: благодать! Ха, благодать сделать вам то и это. Ха. Нет, многому надо научиться. Может, мы и сможем сказать так потом, но сейчас надо учиться. Послание к евреям, 12 глава, 28 стих. Хорошо. Смотрите. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Заметьте, что тут говорится что когда у вас есть благодать, вы можете служить Богу благоугодно. Вы можете служить Богу с благоговением. И вы сможете служить Ему с благочестивым страхом. Страх Господень ⁇ это просто жить, угождая Богу. Теперь вы способны угождать Богу. Но обратите внимание, чему автор послания относит эту заслугу. Не вашей воле или вашим личным усилиям. Он говорит, что именно тогда, когда появляется благодать Божья, у вас есть сила благоугодно служить Богу. У вас есть сила жить свято, жить праведно, делать то, что по мнению других вы делать не можете. Благодать Божья не только решила проблему греха и сделала вас праведным перед Богом, но теперь еще и сделала вас способным не грешить из уважения и благоговения перед Богом. Понимаете, большинство людей стараются использовать силу воли, чтобы не грешить. Но помните, что Бог сказал Павлу? «Благодати моей, благодати достаточно для тебя». Она совершает свою работу. Понятно? Послушайте это место в расширенном переводе. Поэтому давайте приемля царство твердое и прочное, и которое не может быть поколеблено, предложим Богу угодное служение и благоугодное поклонение, со скромностью и праведным вниманием и благочестивым страхом и благоговением. Он говорит, что мы сможем это сделать, если поймем, какое место благодать занимает в нашей жизни. Помните, что если что-то делается по благодати, тогда никто не сможет приписать себе славу за это. Благодать ⁇ это сила, дающая способность, помазание, которое даст вам возможность сделать то, что вы делать не могли до того, как благодать пришла на вас. Много лет назад, когда мы только переехали в это здание, я проводил учение о благодати и помазании. Никто ничего не понял. Не знаю, понял ли я что-то, хотя и учил вас. Но вы должны понимать, что благодать называется божественной силой, потому что она дает способность. Она дает вам способность делать то, в чем вы не имели успеха, до того, как благодать пришла в вашу жизнь. Совершенно очевидно, что благодать дает нам силу служить Богу благоугодно. То, что раньше было для нас невозможным, теперь стало возможным. И благодать дает нам способность это делать. Мы не могли жить угождая Богу своими силами, но теперь нам дана сила преодолевать наши недостатки. Когда пришла благодать Божья, она пришла для того, чтобы дать нам силу преодолевать наши недостатки. Так что это понимание в вашей голове о том, что все мы — грешники, и мы будем грешить, оно неправильное. Благодать Божья способна дать вам силу не впадать в то, во что раньше вы впадали. И я думаю, что это благая весть, братья и сестры. Он способен удержать вас от падения. Как? через благодать, божественную силу, которая была дана вам. Но опять-таки, если вы не будете знать о том, что благодать может сделать для вас, вы не сможете высвободить свою веру на это. Понимаете, когда вы осознаете, что благодать сделает это доступным для вас, тогда вы, проснувшись утром, скажете, Боже, дай мне благодать на сегодняшний день. Знаете, что вы говорите? Господь, дай мне силу и способность жить сегодня жизнью, угодной тебе. И знаете, что будет? В конце дня окажется, что вы прожили его угодно Богу, вы сказали нет греху, которому обычно говорили да, вы смогли сделать самые разные чудесные вещи, потому что смогли высвободить свою веру и благодать, которая делает вас способным преодолевать ваши недостатки. Давайте пойдем еще глубже. То же самое греческое слово что и в послании к евреям, 12 главе, 28 стихе, использовано в послании к Ефесинам, 8 стихе 2 главы. Вы знаете, мы спасены благодатью через веру, и в 12 главе послания к евреям автор говорит нам, «Пусть у нас будет благодать, чтобы благоугодно служить Богу». То же самое греческое слово. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, так что то же самое греческое слово, которое использовано в этом стихе, которое дает ясное понимание о даре спасения, использовано также и для того, чтобы показать, что благодать дает нам силу жить жизнью не только приемлемой для Бога, но и угодной Ему. Итак, благодарение Богу за благодать, которая дала нам дар спасения. Благодать, которая дала мне дар спасения, это та же благодать, которая дает мне силу жить жизнью, приемлемой для Бога и угодной ему. Та же самая благодать. Мы услышали только часть, мы услышали только об одной стороне благодати, но вместе с тем благодать решила проблему всех ваших грехов. В то же самое время она дала вам силу преодолевать искушение. Слава Богу! Грех пытается остановить поток благодати, но сегодня мы открываем для себя, что благодать останавливает грех. Вы это усваиваете? Поэтому Бог не только, Он не только спас нас от греха. Он также дал нам силу, чтобы мы жили успешно здесь, в этом мире. Благодать Божья была высвобождена и дана нам с тем, чтобы мы могли жить успешной христианской жизнью. И вот что я вам скажу. Когда верующие начнут понимать это и прибегать к благодати Божьей, тогда мир увидит наше влияние и он скажет, вот люди, которые не только говорят о благодати, но и живут в ней. Вы слышите, что я говорю? Благодать Божья ⁇ вот что нам было необходимо, но мы не знали, как прибегать к ней, мы не знали, как молиться, чтобы получить ее, мы не знали, как высвобождать свою веру, чтобы принять ее, потому что думали, что благодать ⁇ это только незаслуженная любовь и незаслуженное благоволение. Но благодать идет намного дальше прощения грехов. Благодать ⁇ это наделение Божьей силой. Скажите это вслух, благодать ⁇ это наделение Божьей силой, и мы можем жить как Христос. «Говорю вам, сейчас, жить, Говорю вам прямо сейчас, мы можем жить как Христос. Говорю вам прямо сейчас, мы можем жить как Христос. Говорю вам прямо сейчас, мы можем жить как Христос. Говорю вам прямо сейчас, мы можем жить как Христос. Из всех вещей, о которых мы говорили, знаете, когда вы родились выше, Бог вложил в вас дух могущества, Он запечатлел вас, в нас его ДНК. Почему вы думаете, что в нас его ДНК? Я вам скажу, Бог вложил ее в нас не для того, чтобы она просто оставалась там, пока мы не умрем и не пойдем на небеса. Это ДНК в нас для того, чтобы проявляться, чтобы проявлялось все то, что дано нам благодатью. Все, кто мы есть в нашем духе, было дано нам благодатью намерение Божье для благодати, чтобы все, что она делала вам, было проявлено в вашей жизни. Это относится ко всем сферам вашей жизни, до того, как появился физический мир. Духовный мир уже существовал, и до того, как что-то проявится в физическом мире, это должно сначала появиться в вашем духе. Вы думаете, что эти сокровища вложены в вас просто так, без всякой причины? Вы думаете, корень в земле находится просто так, а не для того, чтобы приносить плоды? И вот что нам необходимо понять. Нам постоянно твердили, все это дано нам по благодати, но благодать нам дана не для того, чтобы приносить плод. Нет. Она дана нам именно для этого. Она должна приносить плод. Все эти сокровища есть в вашем духе, и благодать может сделать их доступными вам. Слава Богу! Благодать может сделать так, что праведность будет течь в вашей жизни. Она может сделать так, что из вас будет течь святость, и вы будете жить святой жизнью. Благодать может наделить вас силой, которая есть в вашем духе. Она может дать вам силу жить в этом мире, как Христос. Но это должно быть сделано не благодаря вашей воле, не потому что вы были дисциплинированными и заставили себя. Это должно делаться силой благодати. Писание говорит, что мы можем быть такими, какими был Христос. Давайте я покажу вам. Первое послание Иоанна, вторая глава. Давайте посмотрим с вами, что там сказано. Поскольку Бог стер запись обо всех наших грехах, не значит, что мы можем жить нечестиво и грешить, прикрываясь благодатью. Но так думают многие люди. Прочитайте первое послание Иоанна, вторую главу, шестой стих. Если вы открыли это место, скажите «Аминь». Хорошо, давайте прочтем шестой стих в переводе короля Иакова. Готовы? Читаем. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Сильно сказано, правда? Кто из вас может сказать, что пребывает в нем? А теперь вы поднимите свои руки. Вы видели, что вы сделали сейчас? Вы сделали такой вид. Я не знаю ничего подобного. Я сказал, пребывает в нем. Кто из вас может сказать, что он пребывает в нем? Хорошо, теперь прочитаем шестой стих в расширенном переводе. Каждый, кто говорит, что пребывает в нем, должен, это его личный долг, поступать и вести себя точно так же, как поступал и вел себя он. Давайте я прочту в международном переводе. Каждый, кто заявляет, что живет в нем, должен поступать так, как поступал Иисус. Интересно, Писание говорит, что мы должны поступать как Иисус. Значит, мы можем вести себя так, как вел себя Иисус. Но каким образом? Через силу благодати. Единственный способ, как я могу поступать так, как поступал Иисус, через силу благодати, мне необходимо сказать. «Господь, я верю, что через силу благодати я могу поступать так, как поступал Иисус. Я активирую свою веру в это». Это не отменяет ничего из того, что мы говорили раньше. Не отменяет тот факт, что ваш дух был сделан совершенным. Он зрелый, он запечатлен, но, конечно, Бог вложил в вас свою ДНК. Не для того, чтобы она просто оставалась внутри вас, а вы жили в грехе и нечести. Цель прихода Иисуса в том, чтобы показать вам, как использовать благодать. Благодаря тому, что Он пришел, нам стала доступна благодать Божья, для того, чтобы жить так, как жил Иисус. Но вы не можете просто решить, хорошо, заставлю себя жить так, как жил Иисус. Нет, это должно происходить через благодать. Ни один человек не может принять славу за это. Только Бог сможет принять славу. Но для того, чтобы получить благодать и жить, как жил Иисус, вам понадобится активировать веру. Откройте вместе со мной вторую главу первого послания к фессалоникийцам. Пока все всем понятно. Я говорю достаточно медленно и спокойно, для того, чтобы вы поняли. Вам понятно все, что я сказал? Если бы я вызвал кого-то из вас сюда, вы смогли бы сказать еще раз то, что я только что вам сказал. Думаю, я сделаю это прямо сейчас вы уже там, некоторые из вас. Прочитаем первое послание к Фессалоникийцам, вторую главу, 10 стих. Мощное местописание. 10 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Я прочту с 10 по 12 стих в переводе короля Якова. Тут сказано, Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать. Подчеркните эти слова, достойно Бога поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу, поступать достойно Бога. Достойно Бога. Поступать достойно Бога возможно.